Всем привет! С вами Кривуля Андрей Чарли и мой блог Charlie Tutors. Как и обещал, в этой части курса Parnatrix я начну разбор его панели инструментов. И первым инструментом на ней является уже знакомый вам Quick Hair, который позволяет использовать сохраненные пресеты волос. Давайте же вспомним, как он работает. Создаем сферу и нажимаем на иконку этого инструмента. Сразу же появится окно, в котором можно выбрать пресет перьев или волос, фурбол. Клик на данную иконку приведет к созданию стандартных волос, а клик же на иконку Feathers приведет к созданию базовых перьев. Если же удалить перья и добавить несколько сплайнов, то Quick Hair появится скрытый пресет, который работает только с ними и позволяет создать волосы из этих сплайнов со стандартным набором модификаторов. Итак, я думаю, все вспомнили, как работает данный инструмент, поэтому переходим к следующему. А далее по списку идет About and Settings Dialog, в котором есть информация о версии плагина, ссылка на сайт компании на случай, если у вас есть вопросы и предложения, а также одна единственная опция, которая управляет отображением полигональных волос во Viewport и работает только начиная с 2015 версии 3ds Max. Ее принцип работы сейчас покажу. Давайте снова создадим волосы из стандартного пресета. И как видите, при выключенной опции мы не видим превью волос и отображение влияния модификаторов во Viewport. Если же данную опцию снова включить, мы увидим привычное превью волос и влияние всех модификаторов. Данная опция полезна тогда, когда вы хотите оптимизировать Viewport. Следующий инструмент на панели – Generate Groom. Я думаю, вы помните по предыдущим урокам, что с помощью данного инструмента можно создавать пресеты для волос, которые потом можно выбрать в Quick Hair. Если же вы забыли, давайте вспомним на одном из примеров. Создаем Quick Hair, заходим в Edit Guides и как-нибудь причесываем волосы. В Render Settings ставим радиус равный 0.1, количество волос 100 000. Добавим Freeze модификатор с любыми настройками. Теперь сохраним данные настройки с помощью инструмента Generate Groom. В всплывающем окне пишем название нашего пресета. Можем добавить иконку Preview или сразу же нажать Generate. Естественно, если сразу нажать, выплывет следующее окно с предупреждением о том, что не найдено изображение для превью, поэтому данный пресет будет без него. Нажимаем ОК. Чтобы проверить сохраненный пресет, удаляем созданные волосы. Выделяем сферу и снова нажимаем Quick Hair. В выпадающем окне выбираем созданный пресет. В итоге получаем те же волосы. Вот и вспомнили, как работает данный инструмент. Идем далее. Кстати, хочу сразу предупредить, если у вас не последняя пятая бета-версия, то некоторые инструменты и настройки могут отсутствовать. Самую последнюю версию можно скачать на сайте, если вы лицензионный юзер. Если нет, то в скором времени выйдет демо-версия, в которой будут работать все функции, за исключением сохранения. Следующие два инструмента используются для кэширования волос и временного отсоединения их от объекта. Первый инструмент используется для сохранения формы волос на другом компьютере или ферме во время рендера. Данная функция кэширует все изменения, которые мы делаем в модификаторе Hair From Guides и других модификаторах, где есть кнопка Remember. Например, если добавить модификатор OX Hair Clustering, мы увидим эту кнопку. Если снова отжать кнопку Lock Hair to Surface, то волосы будут принимать все изменения, которые мы будем делать в данных модификаторах. Кнопка Detach Select Hair from Surface временно отсоединяет волосы от поверхности, что позволяет изменять ее без потери формы волос. Для того, чтобы увидеть, как работает данная функция, давайте удалим данный объект, создадим новую сферу, конвертируем ее в editable поле, назначим стандартный пресет Furball. У сферы удаляем данный кусок, после чего выбираем волосы и расчесываем их таким образом. И теперь, если выбрать сферу, затем выделить данные полигоны, то естественно прическа будет нарушать свою форму, потому что в Guide from Surface выбрана опция Use Subselection. Выключаем ее, чтобы она нам не мешала, и возвращаемся к эксперименту. Если сейчас выбрать любой из полигонов объекта,
и сдвинуть их в любом направлении, то форма прически будет нарушаться, а мы этого не хотим. Для того, чтобы этого не происходило, выбираем волосы и нажимаем кнопку Detach Selected Hair from Surface на панели. Теперь, если снова выбрать любой из полигонов и передвинуть, то форма прически сохранится. То есть с нажатой кнопкой можно делать любые модификации объекта, будь то экструд полигонов, их перемещение, добавление ребер и так далее, без потери формы. Но если вдруг вам захотелось вернуть волосяной покров на измененную часть, можно выключить кнопку Detach Selected. Удаляем данный объект, снова создаем сферу и назначаем на нее стандартный пресет Furball. Переходим к следующему инструменту на панели. Это Freeze. Выделяем наши волосы, переходим в Hair from Whites и нажимаем его иконку, чтобы создать данный модификатор, который позволяет делать кудрявые вьющиеся волосы. Давайте разберем его настройки. И первой в списке идет опция Apply to Group, которая позволяет применять модификатор только к выбранной группе гидов. Чтобы проверить ее действие, давайте назначим несколько групп на них. Переходим в Edit Guides модификатор и, выбрав инструмент Edit Guide Root, выделяем нужные нам гиды, а затем переходим в вкладку Guides Group, включаем опцию Use Guide Groups и задаем любую цифру для выбранных гидов, после чего нажимаем кнопку Assign. Давайте назначим три группы и вернемся в Freeze модификатор. Что мы в итоге имеем? Если перейти в Freeze и выбрать вторую группу, то он будет применен только к ней, аналогично и с остальными двумя группами, которые мы назначили другим гайдом. Сколько бы у вас ни было групп, вы можете отдельно назначить фриз на любую из них, меняя только ID в Apply to Group. Amount опция увеличивает влияние фриза, а Scale – масштаб завивания. Также вы можете настроить его профиль, выставляя специальные точки. Например, вы не хотите, чтобы ваши волосы имели данный эффект на кончиках. Для этого делаем такой профиль. Если сделать его такого вида, будет обратный эффект. Ближе к корням мы увидим менее заметное влияние, а возле кончиков наоборот. Чтобы удалить добавленные точки, используем правую кнопку мыши. Как раз удалив их все, можно настроить равномерное влияние модификатора. Следующая опция Amount Map позволяет управлять силой фриза с помощью текстуры. Давайте удалим наш объект с волосами и создадим Plain для наглядного примера работы данной опции. Назначим стандартный материал с текстурой Checker и настроим ее Tile, например 3x3. Plain применяем стандартный пресет Furball и модификатор Freeze, в Amount Map которого перетягиваем текстуру Checker. Давайте изменим Tile на 1x1. И сразу же замечаем, что там, где черный цвет фриза нет, там, где белый, есть. Далее идет вкладка Outliers, которая позволяет создавать выпадающие из общей формы волосинки, придающие большего реализма прическе. Для того, чтобы понять, о чем идет речь, давайте проанализируем данное фото. Как вы можете заметить, есть ровно зачесанные волосы, а также мелкие волосинки, выпадающие из общей формы. Как раз именно их и можно создавать с помощью Outliers, не прибегая к дополнительной копии волос для этой цели или еще каких-либо сложных махинациях. Чтобы наглядно увидеть работу данной опции, давайте создадим сферу, конвертируем в editable поле, удалим данную часть и применим стандартный пресет Furball. Далее переходим в Edit Guides и расчесываем волосы таким образом. После этого назначаем Freeze модификатор. Amount ставим на 0, чтобы сделать волосы прямыми, а в Outliers настраиваем процент волосинок, выпадающий из общей формы. Добавим длину волосам с помощью модификатора Strand Length и еще немного увеличим силу фриза в Outliers. В итоге что мы имеем? Большая часть прически состоит из ровных волос без фриза, но также присутствуют волосинки, выпадающие из общей формы, что и придает настоящего реализма прическе. На этом первую часть обзора панели инструментов Ornatrix заканчиваю, следующую часть начну с модификатора Curling. На этом все, с вами был Кривуля Андрей Чарли, продолжение следует. Если вы поставите этому видео лайк, мне будет очень приятно, ведь я старался.
Подписывайтесь на канал с помощью кнопки Subscribe, чтобы не пропустить новые выпуски. Делитесь с друзьями через кнопку «Поделиться», не жадничайте, ведь они тоже хотят получить эти знания. Также можете перейти в мою главную группу, нажав «Конкурс» буквой «В». Пишите ваши пожелания, комментарии и вопросы. Если же кликните на превью, то сможете посмотреть предыдущий урок, в котором я сравниваю две версии Форест-Пака – Light и Pro. Если же кликните на другие из иконок, то вы попадете на один из сайтов с моими моделями и портфолио – ArtStation, 3DD и CG Trader соответственно. На этом все. Следите за новостями в моей группе. Всем мир!